здорово по ногам влепит сопернику. И Турби. Корпус поставил. И Турби направо. Пас Флоренции, естественно. И дальше еще раз. Передача в штрафную. Забивать! 1-0! Пьянич открывает счет в матче. И кто отставил на 0-0, тот проиграл. Как-то уж очень легко дался этот гол Ромы. Словно на тренировке легко разыграли мяч. Римляне, никто никого не держал. Все читалось, даже по телевизионной картинке. Мы с вами разгадали этот нехитрый. Нехитрый замысел Ромы. Такой треугольник разыграли. Пас направо. Дальше Пьянич. Вон, видите, совсем один. Показывает здесь, акцентирует внимание на том, что положения вне игры не было. И провал, конечно, в обороне. Здесь ошиблись все хором. И самое главное, не доработали полузащитники. Давид Лопес, мне кажется, потерял позицию. Непонятно, кого он держал и что он делал в этом эпизоде. Пьянич, наверное, должен быть его игрок в данном случае, потому что все-таки центральный полузащитник должен за центральным и присматривать. И зачем он убежал на фланг страховать Бритоса?